что-нибудь эдакое, добрые, волшебные, чудесные. Ужин готов. Надеюсь, вы не скучали здесь, пастор? Нет, я показывал господину пастору папирус. Тот, который тебе подарил Софокл? Да, тот самый. Господи, куда же я попал? Вы попали в прекрасный дом. Здесь весело. Мы принимаем бой. Мы принимаем бой. Мы принимаем бой. Мы принимаем. Мы принимаем бой. Кричали они. Ты, проклятый лягушонок, вопил громче всех. Глупцы. Они забыли закон джунглей. Каждый сам за себя. Каждый сам за себя. А мы уйдем на север и переждем. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь, он бескрайний. Я тебе его дарю. А мы уйдем на север. А мы уйдем на север. А мы уйдем на север. Когда все затвердится, не будет никого. И только лягушонка, и косточек его. И косточек его. Бедный мальчик. Я, мы, наше поколение хочет знать. Да. Для кого мы жили и боролись? В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание? Да, в чьи? А что вы, собственно, беспокоитесь? Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе. А принципы самые несложные. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Да, еще поменьше работать. Это все от способности зависит. Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него 3 класса образования. А он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей. Сова! Открывай! Медведь пришел! Винни-Пух, какие новости? Здравствуйте. Боже мой, что же мы с тобой решим? Ну? Сейчас Сашка из института придет. А что это вы в темноте сидите? Мы? Телевизор смотрим. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет, большая половина жизни уже прожита. Все еще будет хорошо, поверь мне. 40 лет жизни только начинается, это уж я теперь точно знаю. Обожрусь и помру, молодой. Контрразведчик должен знать всегда, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно. И что я в тебя стал сразу такой влюбленный? Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь. Поляковского убьют! Поляковского убьют же! Уже? Да вы знаете, ваше высочество, пошел он как-то в лес без ружья. В каком смысле без ружья? Ну, в смысле на медведя. Не на медведя, а на мамонта. Но стрелял он именно из ружья. Из ружья? Да. Косточкой от вишни. Черешни. Стрелял он, во-первых, не черешней, а смородиной, когда они пролетали над его домом. Медведи? Ну, не мамонты же. Летаю я на Таити. А вы не были на Таити? Гаити, Гаити. Не были мы ни в какой Гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Превосходная страна! Это... Превосходная страна! Да, там в лесу столько...
диких обезьян. Они как прыгнут. Они как все прыгнут. А вот я люблю песню про зайцев. Про кого? Про зайцев. Сеня, про зайцев это не актуально. Собака друг человек. Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака друг человека. А у нас управдом друг человека. О, явился. Нехороший человек. Алло. Ларису Ивановну хочу. Развод отвратителен не только потому, что разлучает супругов, но и потому, что мужчину при этом называют свободным, а женщину брошенной. Там кто-то есть. Волком пахнет. Или барсуком. А ты барсука нюхал? 100 раз. Вот вы говорите, царь, а вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся 2 выходных дня в неделю, мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас нервированный. Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки. Я буду все это бить. Уберите хлеб из Арины. Я подожгу Арину. Уж выглядит больно худой. Не очень жирна, но хороший удой. А много ли корова дает молока? Не выдаешь за день? Устанет рука! Сеня, ты уже дошел до кондиции? До какой? До нужной? Нет. Тогда еще по рюмочке. Не-не-не, больше не буду. Должен. Все. Сеня, ты меня уважаешь? Уважаю, но пить не буду. Ну, послушай, а где же ноги? Ну, подожди, я сейчас все выясню, так? А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Убегать. Канать, обрываться. Правильно. Говорить неправду. Фуфло толкать. Хорошо. И так. Пивная. Тошниловка. Ограбление. Гоп-стоп. Нехороший человек. Редиска. Хороший человек. Забыл. Сейчас. Фрей-фея. Действительно, фрей-фея. 16:00. Война с Англией. Это правда? Что? Вы объявили войну Англии? Нет. Нет? Пока еще нет. Какая разница? Ну, знаете ли, теперь мне многое понятно. Несчастная Англия. Финансы расстроены. Торговля умирает. Государственный долг растет. Во что нам обошлось взятие Бушена? 7 миллионов фунтов. 7 миллионов. Чудовищно. Бессмысленная, бесполезная война. Сколько мы потеряли при Мальплаке? 30 тысяч человек. 30 тысяч. Это ужасно. Надо ли удивляться, что наши несчастные подданные бунтуют? Вы открыли мне глаза, сэр Генри. Меня обманывают. Злоупотребляют моим доверием. Прикрывает государственными интересами свои любовные интриги, капризы, мелкие делишки. Всему этому пора положить конец. Конец, конец! Концы буду! Позвольте, вы не хулиганьте. Что это за пьяные выходки?
Слушай, доцент, ты был когда-нибудь маленький? Был. У тебя папа, мама. Был? Был. Зачем ты такой злой? Зачем как собака? Эх, Вася, Вася. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Вас что, собака покусала? Мне не покусала. Ну что я бы допустила, чтобы меня собака кусала? Ну а что же она вам платье порвала? Мне не порвала, что вы говорите. Хорошее дело, она вам не порвала платье, я сама бы ее на куски порвала. Да. Аккуратней. Куда у меня ничего? Навстречу твоему счастью. Ой, погоди. Хорошо, что мы его помыли. Мы вас вылечим. Алкоголики — это наш профиль. Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит? В левом. А вот и не угадал, у меня жужжит в обоих ухах. И я сошла с ума. Какая досада. Только не суетись. Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай. Идиот! Дитя мороженое! О! Дорогая, вы понимаете, у нас горе, горе. Ты в зоопарке был? Там верблюд видел, верблюд? Обиделся. Пойми, главное, мы в Москве живем. А Москва — это большая лотерея. Ножки. Девушка, а девушка? А который час? 6:15. Девушка? А девушка? А как вас зовут? Таня. А меня Федя. Ну и дура. Не отдадим родной земли. Никто из нас не трус. И тут Марцелла корабли. На приступ Сиракуз. А мы открыто говорим. Наш Архимед не повторим. И нам спрашивают. Рим. Не уставай, строгай пили. Тащи за брусом брус и отдадим родной земли. Любимых Сиракуз, врагу мы прямо говорим, наш Архимед не повторим. И нам не страшен. Рим. Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. 47-7. Скорая помощь. Помощь скорая. Белая горячка. Горячка белая. Кто больной? Я больной. Маргарит Львович. Пардон, Лилиев Маргаритович. Выезжайте моментально. С кем она там может разговаривать? Сама с собой. А я с кем сейчас разговариваю? Тоже сама с собой. Значит, все в порядке? В порядке. Спокойной ночи. Спасибо. А что это вы здесь делаете? А?
кино-то уже кончилось.